Привет, друзья! Начинаем новый влог, уже влог из города Виджевана. Ломбардия, привет! Мы сейчас идем в парикмахерскую, потому что грязная голова. У нас дома мы приехали, не работает котел. 2 месяца нас не было, в общем, все поломалось. Короче, котел не работает, мы купаемся в холодной воде. Обрезала 4 сантиметра концов, и мне сделали укладку, плюс лаком немножко побрызгали, и в общем, мне нравится. Стоит сколько будет? 18 евро стоит. Мы в Милане, ребята. Идем в кафешку, называется Эгалите. Выпить капучино, в общем, с какой-то булочкой или с эклером. Очень классное место, вам его советую. Если будете здесь, то обязательно зайдите, если любите французскую выпечку. Мы идем нашей командой, втроем, гуляем сейчас по Милану, небольшая экскурсия проводим по району. Идем по району, ребят, квартира Дель Силенцио, это один из моих любимых районов Милана. В общем, здесь очень красиво. Если вы будете в Милане, обязательно посетите этот район. Сейчас с вами идем смотреть на фламинго. Я вам расскажу небольшую историю, как они там вообще появились, эти фламинго. В этом районе, посмотрите, как такие звоночки. Очень красиво смотрятся в золоте. Реальность, как выглядят эти фламинго. По факту все находится вот за таким забором. А почему? Потому что это была частной собственностью раньше. Здесь были хозяева, но у них не осталось наследников, никаких не было. И потому сейчас эта вся территория принадлежит городу Милан. И здесь вот такие деваки, туристы, как мы, фотографируют этих фламинго через забор. Зайдем сейчас, ребят, с вами в Apple магазин, посмотрим, пощупаем вообще iPhone 12. Мы его видели, Саша, вообще только в интернете, а вживую так, знаете, не смотрели, не трогали, не клацали. В общем, это миланский Apple Store. Очень красиво сделан. Такое, знаете, место выбрали классное. Прямо возле дома находится, клево. Следующий магазин, идем в магазин ОДС, потому что тетя хочет своим внукам купить шоколадные какие-то конфеты. В общем, это рай пятиэтажный, ребят. Если вы хотите купить сладости итальянских в Милане, то заходите в магазин ОДС. Здесь вы найдете все, потому что здесь есть любые конфеты.
себе две водолазки, ребята, и теплый свитер один, который я мерила. Юникло, знаете, чем мне нравится этот магазин? Тем, что вещи есть. Конечно, не все надо выбирать, но есть такие классные модели хорошего качества ткани, и это достаточно все-таки бюджетный магазин, если сравнивать с тем же Массимо, даже в Заре вещи дороже бывают. Вот, потому Юникло, я вам советую этот магаз, присмотритесь к нему, если вы вдруг еще никогда там не шопились. Классный магазин, водолазки, вообще какие-то базовые вещи там можно найти по приятным ценам, там также еще и скидки бывают. Ну, в общем, вот две водолазки, свитер, свитерок на осень, на зиму есть. Здесь пока еще не холодно, сегодня, кстати, у нас какое, 3 сентября, я записываю это видео. 3 сентября, пока температура так 26-27 градусов, тепло. В принципе, в Италии эта осень начинается когда? По-моему, с 20 или с 22 сентября, с конца месяца. И дети здесь, школьники, кстати, в школу тоже идут не так, как у нас 1 сентября. Они идут в школу с конца сентября здесь. В общем, немножко отличается система от нашей по-другому. Погода пока классная, вот. Тепленько, но в Италии, знаете, еще даже октябрь месяц тоже будет классная погода. Где-то самые такие месяцы, знаете, малоприятные, это с ноября по февраль. Вот, а с марта здесь тоже уже яркое солнце светит, все распускается. Так что такие вот дела. Прогулка по Милану удалась. Человечка мы забрали, точнее двоих человечков, чао. Ну, в общем, это Чип, это Мигель, в общем, муж моей мамы. Мама у нас сейчас в Украине, в общем, по делам, а мы, да, мы решили вот втроем сегодня все отдохнуть, точнее, вчетвером едем, в общем, в горы на хайкинг. Чип! Такая вот штука на итальянском барачча называется для собак. Как барачча? Una barachia, sì? Sì. Una barachia per l'acqua. Don't keep me down. Don't keep me down. Sembra di sì. Sì? Ma caffè di caffinata capisci dalle odore? Anche sì. Sì, dalle odore. Sì. Sennavo per te. Il caffè normale ha un profumo diverso. Ну да, получается, говорит Микель, что кофе обычное, у него другой запах, а кофе без кофеина свой особый запах. Come va, camminata? Sta bene? Stanca. В общем, мы здесь гуляем. Здесь уже такой вид на озеро Маджоре. Лаго Маджоре, немножко дымка, да, правда, такая есть? Хорошая дымка. Да, дымка такая неплохая. Чипчика как переносит, ему помогают. Ок, я думаю, мы теперь, да? Да, все. Осторожно, аттенциона. Guarda bene dove mettere i piedi. Qui ci vuole un bastone. Sì. Кстати, мы обнаружили, здесь очень много берез. На итальянском береза будет бетула. Бетула. В общем, такое интересное название. И в этом районе их очень много. Прям как у нас на родине. В общем, ребят, маршрут прикольный. Мы его выбирали довольно тщательно, потому что мы, получается, на этом озере первый раз. Мы здесь дорог особо не знаем. Мы всегда ездим в нашем районе, в Ломбардии, а в Пьемонте, как бы, знаете, не особо знаем местность. Но нам здесь нравится, красиво, много берез. В общем, клевое место тоже для ходьбы. И еще плюс, что здесь постоянно есть тень. То есть вы не идете под открытым солнцем, когда есть некоторые маршруты такие. В общем, идем дальше, поднимаемся. Наша цель 1300, в общем, что-то, 43 метра. Вот, и там должна открыться очень красивая панорама. Сделать фотографии, идем туда. Мы приехали на само озеро Маджоре. Сейчас здесь немножко прогуляемся, посмотрим окрестности.
мы в центре, в общем, здесь. Уже нас здесь развели, конечно же. Саша меня отправляет, говорит, иди, плати, короче, да. Ну, в общем, короче, сделают нам что сегодня? Сделают нам колодки на тормоза, да, наверное. Мы еще документацию получим. В общем, что-то, я вам так скажу, женского point of view, да, точки зрения. То, что я поняла, что-то по тормозам сделают, затем они сделают что-то по кондиционеру, поменяют масло и фильтры на масло. Но по итогу мы посмотрим все это в финальном документе и финальную стоимость. Но цифры были такие say, zero. Say. Он мне, знаешь, каждую цифру говорил. Say. Да-да-да. Ну, в общем, короче, где-то 600, наверное, с чем-то евро это будет. В общем, все поменяют. В общем, потом посмотрим. Кофе налили. Говорит, что хотите мою машину, по-моему. Я говорю, ну, конечно, хочу. Он говорит, ну, 3 евро с вас. 3 евро. Крахоборы. Крахоборы здесь страшные. Мелочники. Мелочники, крахоборы в Мерседесе здесь в Милане. В общем, короче, видимо, возможно, мы думаем, это должно быть, в принципе, бесплатно, как сервис какой-то. Приехали на техосмотр, значит, давайте нам помойте как-то. У вас сервис есть какой-то. Говорит, ну, хотите, мы вам помоем и пылесосим внутри автомобиль. 3 евро платим. Я такая, 3? Он 3. Ну, окей, говорю. Хорошо. Сейчас здесь, кстати, будет праздник. В общем, сегодня здесь какой-то праздник намечается. Это мы здесь снаружи сели. Там внутри будут какие-то шарики уже. В общем, но мы, наверное, на этот праздник жизни не попадаем, да? Он в 9 начинается, да? А, мы, да, можем посмотреть, что да, мы можем будет посмотреть, что за мероприятие. В общем, здесь... Ну, там презентации, наверное, каких-то новых моделей машин электрических. Да. И не только. Повыставляли всякие с пробегом, и новые, да. Сэшка новая. Центр, ну, да, большой. Это, да, самый большой центр Мерседеса в Милане. И сегодня здесь праздник. Шарики Южной Европы. Сейчас приехали в район Милана, который называется Боско Вертикале. А почему он так называется? Потому что здесь есть два знаменитых дома, так называемых два вертикальных леса. То есть это два дома, балконы, которых, в общем, усажены деревьями полностью. То есть эти дома знамениты. В общем, очень здесь дорогое жилье, дорогая аренда. Вот, но здесь тоже классно приехать прогуляться. Здесь есть торговые центры вот там позади, в общем, всякие магазины. Убираем синюю, немодную маску и одеваем черную. Вот ныне модник. Ну, слушай, ну, по-моему, все равно, да, стильнее смотрится, чем вот это. Не, однозначно. Да? Лучше, тем более на осень. Наелись мы пельмени, едем теперь в аутлет, который называется Скала аутлет. Это, в общем, аутлет, я вам уже, ребята, его снимала. Это аутлет находится рядом с Миланом. Зачем мы едем в аутлет? Потому что у Саши днюха 22 сентября, вот, и мама ему сделала подарок, в общем, деньги она ему выслала на куртку кожаную. Так что едем посмотреть какие-то курточки, померить, не знаю, будет там что-то или нет. В общем, будем смотреть по месту. В принципе, есть еще, конечно, известный аутлет всем Саравалле, но до него ехать так очень прилично, часика полтора, наверное, два. Далековато, конечно, потому съездим сюда, возможно, здесь что-то найдем. Кстати, есть еще классный аутлет Викалунга, тоже называется относительно
в окрестностях Милана, это правда регион Пьемонта, но в любом случае Виколонга ближе, да? Виколонга ближе, чем Саравага. Чем Саравага ближе. Да, однозначно ближе. Так что вот такие вот аутлеты здесь есть. Но мы... Ну, этот Скала, он же новый вообще. Да, Скала, да, относительно новый. Вот. Ну и удобно то, что рядом с Миланом, так что едем в Скала аутлет. Ну, в общем-то, много сам нас чего. Да? И по ширине, и по длине. И профи. Раз. И цвет неплохой этих. Женщин. Сегодня 22 сентября. Я иду сейчас забирать торт для Саши, потому что у него сегодня день рождения. Человечку исполняется уже 35 лет. В общем, прекрасная дата. Дата хорошая. Вот, идем забирать торт. Посмотрим, получился ли этот торт такой, как я заказывала, такой, как я хотела. Я вам покажу потом. У вас здесь тортики не такие, как у нас. Здесь такое не городят. Знаете, там какие-то слоны и так далее, и так далее. Здесь у них есть пару видов тортов. Первый — это пан ди Спанья. Это торт бисквиты, крем и фрукты. Второй вид у них есть крастата, типа это что-то с кремом пастичера. Такое, знаете, сухое тесто. Есть еще третий вид. Ну, в общем, скажем так, здесь видов не так-то и много. Там буквально 3 вида, 3-4. И на этом все заканчивается. Бон комплианно, Алекс. Такой вот тортик пан ди Спанья. И одна свечка.